Space Jam. Возможно, когда-то она превратится в головоломку, но я надеюсь, что на сегодня это будет неплохой способ расслабиться. Добро пожаловать. Да. Забавно, в 2019 году они обещали, они писали, что им прошло 8 лет. Да, это довольно старая игра. Там, по-моему, с тех пор была еще как минимум одна в том же жанре, в той же студии. О, там русский есть, смотрите. Давайте переключимся на русский. Упс. Все, все нормально. Сообщение не перевели. Ну да ладно. Посмотрим. Краткое видение. Немного космических корабля. А, это прям буквально видео. Ну ладно. Попробуем обойтись. Ух! Вряд ли это кто-нибудь будет смотреть, да? Ну ладно. Поэтому я и записал видео, зачем мне этот канал. Так, реактор комбинируется реакцией для преобразования химических веществ. Реакторы могут превращать атомы, превращать молекулы и изменять связи. Так. Способ добавить историю в игру, которая по сути головоломка. Так, ладно, давайте разбираться. Команда in Alpha. Поднимаю молекулу в реактор. Поместите ее сюда. Что такое Ванда? Совершенно не понятно. Так, здесь типа задание, нам надо собрать кислород. Так, Рабдро, команда поставляет Вальдо. Присоедините, отпустить атомы. Новая молекула будет подцеплена. Так, сюда, да? Дальше перенаправить вниз. Каждая клетка может содержать одну стрелку, одну не стрелку. Хорошо. Так. А, и повернуть. Вальдо перестает двигаться, когда сталкивается со стенкой реактора. Поэтому надо зацепить стрелочку. Столкновение атома с другим атомом. Симуляция останавливается. Поэтому надо сделать так. Хорошо. Удалиться через выход. Ау. Мне казалось, это было проще.
посмотрим. Ага. Поворот. Опустить. Ага. Эй, подождите. Надо сделать ее. Зачем его поворачивать? Я понял. Хорошо, тогда это не то, что мы... Это не наше задание, это то, что производится в этом реакторе. А это то, что надо положить сюда. Хорошо. Взяли кислород и переложили из одного реактора в этот. Да. Катит. Что? Кто? Не надо мне ничего записывать. Я и так это уже записываю. Так, хорошо. Допустим. Атомы... Молекула состоит из атомов со связью. Ага, вот это уже пошла химия. Какие молекулы, значит, считаются одинаковыми? Ага, то есть неважно, какая повернута. Куда принесет. Хорошо. Да. Значит, Вальда это типа наш рельс. Где написано, что надо сделать, потому что это интересно. Синий. Да. Ага, синий, вполне синий. Красный, красный. Вот так. Опустите кому-нибудь красные воды и отпустите правый кнопку лишнего. А, да. Хорошо, я считаю, что ты хочешь. По-хорошему я могу, допустим, прямо здесь дропнуть, завернуться. Ага, и здесь еще надо заменить тело подкинуть. Ну, вот так. Правильно? Дропнули, взяли. Поворачивать я не вижу смысла. Дропнули, вынули. Прекрасно. Ускоряемся. Хоп. Я молодец. Так, что теперь? Ага, вот. Во. И теперь начинается чуть веселее. Значит, отсюда золото надо переложить сюда. Отсюда платину надо переложить сюда. Так. Ну, я ж так понимаю, мне ничто не мешает сделать такую историю. А, погоди, они сталкиваться не должны. Хорошо. Сталкиваться и не будет.
Так, теперь. Так. 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 И так. Допустим. Так, золото надо забирать. А, интересно, где оно будет появляться. Ну-ка, допустим, я хочу заказать синего молекулу альфа. А с красного молекулу бета. Вот так, что будет? Ага, ясно, стоп. Это появляется здесь, а это появляется здесь. Так, а это, значит, появляется здесь. Соответственно, здесь нам нужен красный брат. Поехали. Да, не здесь, простите. Шаг назад. Так. Схватил, схватил. Дальше поехал, поехал, поехал. Вроде не успевает. Ну, хорошо. Вроде бы они не сталкиваются. Теперь, правда, интересно, что они, наверное, не будут симпатизировать. Бабах! Да. Так, хорошо. Значит, платину мы тащим. А, стоп, нет. Да. Платину мы тащим отсюда сюда. Значит, дропать ее здесь. И где-нибудь здесь же, допустим, ее отдавать. А синюю, значит, мы тащим сюда. И должны ее сбросить где-нибудь здесь. И здесь же мы ее отпустим. Вот сюда. Ну-ка. Так. Допустим. Один есть. Второй есть. Третий есть. Так, ну понятно, что поскольку пути разные по размеру, один чуть быстрее другого. Просто будет у нас проблем. Это должно меня, по идее, сподвигнуть учить куда более... сподвигнуть на поиск куда более оптимального решения, но мне на это наплевать. Так, ну ладно. Допустим, часть первая. Посмотрим, как это все пойдет.